Я думаю, що вона потрібна. Так як по розговору від людей, що це вона дійсно потрібна, я вважаю, що теж потрібна. Да, почему нет? Как вы к этому относитесь? Положительно. Считаем положительно, потому что работаем в медицине, и на спад пішов коронавирус в отношении, когда начали второй дозой вакцины вакцинироваться. Поэтому положительно. Еще не вырешили, певно, но, скорее за все, так. Никак не отношусь. У меня две дозы есть, и я бы хотела обойтись без них. А вообще не знаю я. Это очень мутная такая история с этой вакцинацией. Тільки вторую зробила, а третью я не знаю. Пока не планирую, ще тільки другу будем делать. Я две уже зробила, Pfizer, одну и вторую. Все нормально, я чувствовала себя прекрасно. Скажут, третью робить, зроблю.